Татьяна, арена открылась месяц назад. И вот дворец художественной гимнастики принимает первые соревнования. Это чемпионат и первенство Ульяновской области по художественной гимнастике, который собрал почти 300 участниц. Время групповых выступлений окончено. Настало время личных выступлений. Программа соревнований рассчитана на 3 дня. В чемпионате принимают участие спортсменки от 2-го разряда до мастеров спорта. Свои награды уже получили самые младшие группы первенства. Гимнастки из клуба «Виват» заняли 1-е место. Девочки, которые год покоряют спортивный олимп не только родного региона. Где уже были? В Казани, в Москве, в Пензе, в Зеленодольске. За кулисами готовятся участницы, выступающие в личном зачете. Каждая с филигранной точностью оттачивает программу. 1,5 минуты выступления на площадке скрывают за собой часы тренировок. 8-летняя Алина Пескова репетирует не только в зале, но и дома. По ее мнению, самая трудная часть выступления связана с высокими бросками гимнастических предметов. У тебя всегда получалось ловить? Ну, иногда не получалось. И что ты делала, как ты справлялась? Я продолжала танцевать и улыбаться. А еще Алина поделилась своим рационом питания и рассказала, как подбираются костюмы. Швея присылает рисунки, и тренер выбирает, какой купальник мне больше подойдет. А пирожки тебе разрешают есть, тортики? Не кушаешь ничего? А что ты кушаешь? Салаты, кашу на утро. Дворец художественной гимнастики в Ульяновске стал одним из спортивных объектов нацпроекта «Демография». Его построили на средства областного и федерального бюджетов. На следующий год, год студенческого спорта, мы будем заявлять первенство Приволжского федерального округа, всероссийские соревнования, чтобы мы проводили здесь полноценные сборы и проводили крупнейшие мероприятия. Потому что спорт – это не только сами соревнования, это и туризм, и развитие в целом региона. Внутри спортобъекта несколько залов для тренировок, хореографии и соревнований. Рената Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.